Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский, в аппаратной Анна Ковалева. В гостях у нас в студии лауреат международных конкурсов, художественный руководитель фестиваля «Девять муз», певец, контртенор Олег Безинских. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. И актер театра и кино Геннадий Смирнов. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы будем говорить в первую очередь, конечно, о музыке, но и о не только музыкальных проектах. А начать хотим как раз, как всегда, с музыки. Олег, ну, представьте, пожалуйста. Я бы хотел начать сегодня же праздник, и я бы хотел начать именно из такой музыки. Это прозвучит Александр Косолапов «Утверди, Боже». Сегодня вербное воскресенье, и я всех поздравляю с этим праздником. Олег, скажите, пожалуйста, что это прозвучало? То есть, точнее, кто? Кто здесь звучал? Кто исполнял? Ну, я солировал, а со мной вместе исполняли это произведение вокальный ансамбль «Архиглаз» под управлением... Это петербургский наш ансамбль под управлением Дмитрия Воробьева. Это концертная запись, да? Запись концертная, да, из Америки. Я уже объявил, что вы певец и поете, что у вас особый голос, контртенор. Но я не думаю, что все наши слушатели хорошо знают, что это такое. Потому что слово тенор всем знакомо. Соответственно, баритон и бас. Объясните, пожалуйста, поподробнее. Ну, наверное, тут все объяснит слово контр. Это не только все сразу начинают, это как контрреволюция. Говорю, нет, не как контрреволюция. Ведь значение слова контр, вообще контртенор из английского, и английская традиция, да, и из английского языка это слово. Контр как в значении выше, у него второе значение, выше тенора. Скорее как контрапункт, то есть голос... который противостоит тенору в партитуре. Нет. Вот вы тоже понимаете, то же самое, как контрреволюция. Да, да. Контр, я вам говорю, что это значение имеет второе, выше. То есть, если перевести дословно на русский язык контр, тенор – это выше тенора. Это самый крайний мужской голос, то есть самый верхний. Мы знаем, что существовали и в VI веке уже до, ну, как бы, ну, вот, нашей эры, от Рождества Христова, уже существовали певцы-кастраты, так называемые певцы-кастраты, которые пели в церкви. Но это, скажем, изобретение, хотя это, в общем, трудно говорить, это издевательство было над... человеческой плотью, природой, над природой, да. И это были певцы-кастраты, изобретение итало-испанское, но в основном итальянское. И только в 1861 году папа Римский отменил
значит, эту, ну, эту запретил, жесток, просто, запретил, да. Потому что, ну, это ненормально, что, угу, в церкви поют изувеченные люди. А партия при этом существует, и петь ее кому-то надо. А англичане, угу, параллельно с этими певцами, значит, сделали свою культуру высокого мужского голоса. Это искусство контртенора. И параллельно шло третье течение. Все путают контртенора с фальцетистом. Угу. Это два абсолютно разных течения вокальных. Угу. То есть фальцетисты для них в основном писали в церкви партии и в камерной музыке. В оперной музыке фальцетистов не было. А контртенора использовались в музыке только светской, угу, и потом в театре. И благодаря Генделю это приобрело вообще колоссальное вообще просто расширение, потому что, да, из его 46 опер и крупных ораторий, кантат, 21, где партии написаны и для кастратов-певцов, и для контртеноров. Слушай, а сейчас-то фальцетисты существуют? Или это ушло все и не осталось? Вот сейчас есть такая проблема. Теперь очень многие фальцетисты выдают себя за контртеноров. А тут грань, она как бы даже не тонкая, а толстая грань очень. Контртенор — это нормальный мужской голос, высокий, да, который, угу, выше тенора, который поется с использованием фальцетного регистра, но это поставленный голос, угу, по системе бельканто. Угу. То есть не надо путать просто с фальцетом, где зажатые связки, и человек просто напевает, угу, элементарно. Ну, вот, как бы я рассказал, понятно, да, о трех, да, течениях, вот это все понятно. Uh-huh. Ну, а чтобы, может быть, далеко не ходить, вот я как раз, может быть, предложу вам послушать как раз сейчас Генри Пёрсела. Замечательно. Там я исполняю как раз произведение, которое называется «Music for a while», и там как раз слышно, что такое контртенор уже досконально. Вот не, угу, так, как здесь мы слышали первую запись, да, там эхо было такое, потому что это пелось в церкви. Да, и хор. Хор, эхо. А здесь вот мой сольный голос и как бы, ну, образец контртенора. Спасибо. Oh,
Олег, я хочу вас теперь поспрашивать в другом качестве, о котором я уже объявил. Вот вы певец, контртенор, но, кроме того, еще художественный руководитель фестиваля под названием «Девять муз». И, честно говоря, я впервые сегодня от вас услышал про этот фестиваль. Вот вы бы могли рассказать? Потому что он камерный. Я его иногда называю «фестиваль тет-а-тет». Он проходит в центре, в культурном центре Елены Образцовой. Вы знаете, что ровно через месяц, 20 мая, будет 20 лет, как этот центр существует в Петербурге. И именно поэтому еще и выбрана была площадка. И второе, почему эта площадка была выбрана, там не очень большой зал, и артист, а у нас в фестивале артисты и вокальные, и инструменталисты, и актеры. Вот сегодня Геннадий Смирнов здесь сидит. Я потом расскажу, и он расскажет, да, почему и актеры. И в этом же помещении у нас мы открывали фестиваль, выставка еще. Почему и «Девять муз»? Да, понимаете, понятно, да? Да. И вот фестиваль этот впервые проходит. Фестиваль сейчас проходит впервые, впервые, да. И мы хотим, чтобы зритель видел глаза, понимаете, вот да, артиста глаза, элементарно его эмоцию, с чем он выходит на сцену. Очень хорошо, понятно. Не просто так, что он вышел и знаете, тупо отпел или тупо рассказал и ушел. Мне мама еще в детстве говорила, в драматическом театре дальше шестого ряда сидеть бессмысленно. Справедливо. Вот, вот, видите, вы меня тоже поддерживаете. А мне безумно нравится наблюдать, например, за инструменталистами. Фестиваль у нас 1 апреля открывался карамельной выставкой, кстати. То есть скульптуры. Скульптуры, карамельные скульптуры и композиции. Это единственный в России мастер Олег Караваев, который этим занимается. Вы представляете, из карамели сделанные букеты или статуи. Древнегреческие. А есть их можно? Да, да, это серьезно. Но жалко. Я кушаю. Можно, жалко, но жалко. Но я ем. С чаем очень вкусно, сливочная карамель. Там голова богини одной очень вкусная. Вот. И открывался и выставкой, и концертом гобойной музыки. Гобой Алексей Балашов приезжал из Москвы, один из лучших гобоистов России. Вы знаете, мне так доставляет удовольствие за ним наблюдать, особенно когда он на гобое начинает выделывать такое, что вообще я даже не понимаю, как это выделывается. То есть там рулады и все остальное. Пальцы бегают по гобою, и я не понимаю, как это вообще можно играть. Щеки раздуваются, глаза передают все эмоции. Это надо видеть, понимаете? Это надо, вот я рассказываю, это ничто, это надо видеть. Да. Ну, он у нас будет как раз, вот мы потом дальше расскажем о нашем, вот Геннадий здесь тоже он расскажет о нашей литературно-музыкальной композиции. Вот. Потом, понимаете, кроме таких концертов, у нас еще были, например, 13 апреля у нас была, мы назвали цикл «Удивительные истории о моде». О моде? О моде. Это была своего рода такая лекция-история с видео, с музыкой о моде. И 13 апреля была «Магия парфюма». Это начиная с каких-нибудь доисторических? Нет, это лекцию читал ученик Васильева, Анатолий Вовк. Было безумно интересно. Я уже говорил о том, что я узнал впервые, почему «Шанель» называется номер 5. И почему эти «Шанель номер 5» надо считать просто русскими духами. Это вы откроете интернет и хорошо почитаете. Да. Перейдем. И если вот так идти, бежать, 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 то мы прибегаем к 27 апреля. Ага. На мой взгляд, это еще, знаете, как вот одна стезя такая фестиваля «Почему 9 угу, муз?» Да. Потому что в этом концерт нельзя назвать. Литературно-музыкальная композиция чистая тоже нельзя назвать. Я даже не знаю, как это сказать. Наверное, драматическо-чтецкие сцены с музыкальным оформлением, что ли. Вот даже не знаю, не понимаю, как назвать. Судя по тому, что вы смотрите на Геннадия, он в этом участвует, да? Он участвует. Геннадий Смирнов, актер. Да. Тут видишь, помнишь, мы когда обсуждали возможности такого концерта,
мы решили, что это не должно быть такое. Тут поиграли, здесь почитали. Здесь попели, поиграли. Попели, да. Тут, значит, чтец пережидает, когда эти уже закончат, ну, да. И так далее. А чтобы получился в результате именно такой квартет. Квартет единый, понимаете? Да. Угу. Актер, певец, габаист, пианист. Пианист, да. И чтобы из этого получился такой единый литературно-музыкально-певческий коллектив, угу. Именно квартет. И вот то, что ты говоришь про этот зал, да, интимный, угу. Небольшой. Угу. И не только же зрители близко, но и исполнители сидят близко, друг друга чувствуют. И участвуют, прям, ну, плечом касаясь практически друг друга, да, участвуют в том, что еще... будет происходить, да, на сцене. Я просто как раз хочу сказать, что будет происходить. Да. Это будет программа, посвящена 400-летию со дня кончины английского писателя Уильяма Шекспира. Малоизвестного. Малоизвестного, да-да-да. Вот. И само это действие будет называться «Лики Шекспира». Отражение. Отражение в сегодняшнем дне. Угу. Понимаете? Вот, а я вот читаю, вот сегодня как раз Геннадий мне читал сонеты, и я не нахожу, что что-то изменилось. Вот то же самое все осталось. Да, да, в нашей человеческих жизни. Отношениях, знаю, в самой знаю, природе да. Человека все осталось и так вот, же, и вот, как да. И тогда. И вот через преломление его творчества, через музыку, которая угу. Тоже это есть часть нашей культуры, часть души, понимаете? И эти стихи, и эта музыка, и эти все произведения, они идут и через наше преломление, как через личности. Угу. Понимаете? Да. Вот. И мы постараемся рассказать о творчестве Шекспира. Он разнолик, поэтому лики Шекспира. Угу. Многогранен и разнолик. Ведь в его комедиях, трагедиях, сонетах столько человеческой радости, горя, любви, преданности, да, потерянности, то да. Есть качеств человеческих. И все это в сложном замесе. Да, да. Причем замесе, это может да, быть да, прямо да. В одном монологе. Да, мы да. Специально выбирали такие разноплановые, да, разнонастроенческие. И у меня-то здесь еще, спасибо Олегу за вот вообще встречу с этим материалом, скажем так, потому что у меня есть и свой собственный творческий интерес, потому что часть... этих пьес, из которых мы выбирали сцены, я играл уже когда-то. И у меня остались воспоминания. И в 93-м году в Балтийском доме был спектакль «Ромео и Джульетта». Я очень хорошо его помню, я его любил, он был очень интересный. И я помню, поэтому сразу на Гену и выпал. Да, да, и мы как раз и познакомились, и подружились вот именно в то время. И мы взяли прощальный монолог Ромео, когда он уже в склепе над мертвой, как он думает, Джульеттой. И в нем, прямо вот в одном монологе, и счастье, и любовь, и ужас конца. И все это есть в одном небольшом тексте. Еще мы взяли пьесу «Буря» и «Встречу Фердинанда и Миранды». А это уже другой мой любимый спектакль в театре Комиссаржевской, который появился в 98-м году и идет до сих пор. И скоро будет 300-й спектакль 2 мая. И мы тоже взяли оттуда сцену, и мне даже не приходится учить, потому что я это все прекрасно помню до сих пор, эти тексты. Это уже сидит в крови, понимаете? Уже оно, да, так, особенно когда любишь этот спектакль, эту роль этих партнеров. И вот у нас получилось подобрать тексты и музыку таким образом, что они все время находились бы в таком, в диалоге. Да, это не концертные отдельные номера, еще... которые собрали. Да. Да, а и мне еще именно... понравилось, что позиция Гены в контрасте. Да, понятно. Чтобы это было еще и в контрасте. Да. Да, но да. Это не сюжетная композиция. Нет, не сюжетная. Угу. Мы специально взяли из разножанровых пьес, вот из «Бури», из «Укрощения строптивой», из «Ромео и Джульетты», и из «Отелло». Они совершенно разные по жанру. Пьесы и не надо забывать, что сонеты будут звучать тоже. И плюс сонеты, да. Да. А в музыкальной части мы постарались тоже взять Джона Доуленда. Угу. Это редко исполняемый. Мы возьмем Пёрсела обязательно. Угу. Мы возьмем, естественно, Генделя. Но куда без любимого Генделя? Угу. Особенно мною. Тем более, что это все очень близкие эпохи. Ну да, да. Близкие, ну, Доуленд вообще, да. В общем-то, это то время прямо конкретное, да. Вот. И будет звучать также знаменитая, без которой вообще невозможно обойтись.
песня Нины Рота «What is a youth?». Ну, вот который сегодня ассоциируется с Ромео и Джульеттой сразу. Ну да, ну а что делать? Да. Вы знаете, что я сегодня... Она у меня записана немножко в другом плане, вот как кроссоверы, и с русским текстом, но я просто хотел бы напомнить саму мелодию даже. Вот я, пусть она сейчас, эта песня прозвучит, а в русском варианте она с русским текстом называется у меня «Я так хотел тебя любить». А музыка здесь Нина Ротта, и свою руку приложил Манчини. Я так понимаю, что это не первый для вас опыт вот такой вот композиции, или первый? Нет, не первый вот с Олегом мы будем впервые это делать. Да, хотя только что вот хотя мы уж казалось бы, за 23 года нашей дружбы наконец уже это сделать и неоднократно. Нет, такой опыт был. Я даже как-то раз это делал на сцене Большого зала филармонии, и там как раз тоже были из «Ромео и Джульетты» отрывки мы читали.
Но так вот здесь, возвращаясь, собственно, к этому залу, тут ведь важно не только, что зритель видит все близко происходящее на сцене. Очень важно, что ты сам, стоя там, на сцене, видишь все мельчайшие реакции, эмоции зрителя. И глаза ты просто видишь. Лица не тонут в темноте. Да, ничего не тонет в темноте. И ты как, это как будто бы получается такой семейно-дружеский диалог сцены и зала. И вот это еще мне очень важно. Ощущение это очень редко бывает. Редко такое случается. И я надеюсь, что вот именно 27 апреля в культурном центре Елены Образцовой это должно произойти. Приходите, потому что нам самим важно, как вы будете реагировать, что вы получите, понравится вам или не понравится. И вот жду этого диалога, который должен у нас состояться. Так, а дальше? Фестиваль ведь не заканчивается, этим? Но практически заканчивается. Все дело в том, что 28 апреля он закрывается, фестиваль. Надо сказать, что мы открывали его инструментальной музыкой и закрываем инструментальной музыкой. Из Англии приехала Варвара Макс. Ну, я думаю, что петербуржцы ее могут помнить. И, ну, во всяком случае, друзья ее знают по фамилии Побеглая. Это выпускница нашей консерватории, которая сейчас живет и делает карьеру в Англии. Я читал статьи и некоторые переводил. И всегда есть слова «тонкое, чувственное», «тонкое, чувственное», «тонкое, чувственное». Вот. И я так понял, что, в общем-то, те произведения, которые прозвучат, а будет звучать и Чайковский, и Рахманинов, и, естественно, западная музыка тоже будет. Вот. И я так понял, что это будет звучать очень тонко, вкусно, чувственно. Понимаете? Вот. Ну, наверное, каждый пианист по-своему передает. Но если многие статьи пишут о тонкости вкуса и о чувственности натуры, значит, оно так и будет. И 28 апреля мы закрываем фестиваль именно концертом Варвары Макс. Ну, Побеглая, да? Да. Девичья фамилия Побеглая. И вот я сейчас предлагаю вам послушать запись, которую 3 дня назад Варвара сделала в Петербурге на одной из студий. И это будет Шопен. То есть никто еще не слышал? Мы первые. Да? Ну, и, естественно, наши радиослушатели. Мы первые. Шопен, до диез минор, фантазия. Фантазия экспромт. Thank you.
Олег, я хотел бы вас спросить, как вы, собственно, организационно сделали этот фестиваль? Ведь это, в общем, довольно сложная вещь. Вы знаете, идея нам пришла еще в октябре 2015 года сделать такой фестиваль, в котором сплелись бы несколько видов искусств. Откуда идея «Ведь муз», как я уже сказал. Вы знаете, ну не могу я просить деньги ни у кого. Поэтому пришла идея волонтерства. Угу. Значит, ну и одного из главных спонсоров — это я сам. А волонтерство очень приятно, что очень много людей откликнулись просто благотворительно. Очень приятно было, что есть в России такой сайт благотворительный, угу, бесплатный, угу, «Музыкальная карта России», где любой актер, вокалист, инструменталист может создать свою страничку и рекламировать свои концерты, да, и все это на благотворительной основе. Uh-huh. Это специально был, он сделан, этот сайт был ресурс, сделан для людей талантливых, но не очень обеспеченных. И большое им спасибо, они наш фестиваль постоянно продвигали и рекламировали. И, как я вам уже сказал, это было с их стороны благотворительность. Что касается людей, вы знаете, сколько много людей откликнулось на помощь? Когда я, например, звонил и говорил, вот спасибо, что вы откликнулись на помощь, вот вы могли бы в типографию сходить забрать там листовки? Да, могу. А, то есть вот такая помощь просто? Да, или, например, вы могли бы раздать листовки, потому что вы же знаете, сколько стоит реклама. Да, представляю. Вот. Широкой рекламы мы не делали. И... несколько причин для этого, одна финансовая. Но были же люди, которых я просил, и люди просто говорили, вы дайте нам листовки, угу, мы встанем там у зала такого-то или у зала такого-то, вот, и просто людям будем раздавать. Угу. Вот я просто хочу сказать спасибо этим людям, которые откликнулись на помощь. И в интернете такие люди были, которые брали эти мои афиши, рассылали по своим друзьям и страницам. Вот. И, безусловно, огромная благодарность единственному официально радио, которое откликнулось и стало информационным партнером, это «Радио России Петербург». Спасибо. Да, вот они стали официальными нашими информационными партнерами. Угу. Вот. И что я хочу сказать, что, безусловно, с 1 апреля у нас фестиваль, прошли концерты, выставка. Одна выставка у нас перенесена, интересная будет позже. Мы сделали, в общем-то, какие-то плюсы свои, да, в себе, в загашничек. Mm-hmm. Учли какие-то ошибки. И дай бог, а я очень надеюсь на это, что на следующий год мы повторим этот фестиваль. И уже есть договоренность у меня, например, на этом фестивале не было у нас народного вокала, да, народной песни. На следующий фестиваль человек дал согласие. У нас не было хореографии. Ни классической, то есть балета, да, ни народной. Уже есть наметки и по классической хореографии на следующий год. Я очень надеюсь, что тоже фестиваль будет проходить не в большом зале, где, знаете, 50 метров и не видно никого и ничего. А также, когда мы сможем... Ну вот у меня был концерт 20 апреля. Угу. Я видел лица всех людей, понимаете? Да, да. Всех, да, их эмоций. А они видели мои. Угу. Вот у нас был концерт, о котором я просто не сказал. Назывался он «Калибри. Маленькая птичка с большим сердцем». Мы с Машей Людько, ну, с Марией Людько, заслуженной артисткой России, заведующей кафедрой камерной музыки Санкт-Петербургской консерватории, мы пели концерт соло и дуэты. Мало того, у нас это был концерт сделан как, ну, петербургские такие посиделки, да, такой вот, и мы и фанты играли со зрителями, и было так весело, когда зрители подключались в эти фанты и играли как дети, то есть вот пришли дяденьки, тетеньки, да, которым там было по 60, и по 70, и по 40, и по 30, они отключились от бытия, от этого современного. Это курсы доллара, там, нарушение правил и всего остального.
и играли как дети в эти фанты. Слушай, а я вот перебью, извини, поскольку я тоже думаю о 27-м. Ага. А кто вообще приходит на фестиваль? Вот как бы возраст какой там? А вот, чтобы знать, к чему готовиться. А вот разный возраст приходит, понимаете, угу. Как? Ну, я не зря сказал, что люди и 30, и 40, и 60, и 70. И угу. У нас пришли две бабушки на концерт, попросились к нам на концерт, вытащив удостоверение блокадниц. То есть я так думаю, что им уже далеко за 80. Ну, где-то 87-90. То есть и их тоже это интересует. И это здорово. Понимаете? Это, на самом деле это здорово. Потому что все наши концерты, все наши мероприятия о людях, о чувствах людей. Да. Понимаете? Угу. Да. Ну и, в общем, от возраста это не очень зависит. Абсолютно. Абсолютно. Олег, я хотел спросить. Вот аранхуэзский концерт у нас приготовлен сейчас. Да. А это тоже звучало на фестивале? Нет, эта музыка не звучала на фестивале. А все дело в том, что мне безумно нравится это произведение Хоакина Родриго. Эта песня написана на лейтмотив из аранхуэзского концерта. Да. Это 1939 год. И если помните, это аранхуэзский концерт Хоакина Родриго был посвящен его супруге. И, может быть, от этого... Вот этот лейтмотив, эта мелодия, она мне так душу греет. Поэтому я сегодня вот хотел бы с вами поделиться. Сегодня приготовлена еще премьера песни. Я сейчас перейду к этой премьере, но вначале я хочу под занавес нашей передачи, как все понимают, она скоро закончится, напомнить, что у нас в гостях сегодня в студии лауреат международных конкурсов и художественный руководитель фестиваля «Девять муз», певец-контртенор Олег Безинских. Собственно, вот о фестивале «Девять муз» мы в основном сегодня и говорили. И актер театра и кино Геннадий Смирнов. Большое спасибо вам за интересный, во-первых, фестиваль, а во-вторых, уже за участие в нашей программе. А теперь я все-таки под занавес передачи хочу, Олег, попросить вас рассказать, что это за песня, кто ее автор,
Тут но довольно необычно. Да, да, Александр, я так быстро очень скажу. Все дело в том, что я в консерватории учился ведь не только как контртенор, да? То есть по всему певческому диапазону. И по, скажем так, настоянию Иммы Сумок, это старшее поколение знает, кто такая, я начал использовать это буквально... Это такая великая певица с огромным певческим диапазоном. Да, да. И я лет 8 назад уже начал использовать... и баритональное звучание свое, и контртеноровое, и басовое. Я и басовые арии пою. И вот сегодня прозвучит песня автора петербургского нашего Константина Лисичкина. Это премьера сегодня на радио. Премьера к майским праздникам. Я ее пою только баритоном. Угу. Песня называется «Война». Ну, это лирическая песня, да? Это лирическая или... песня, да. И я бы хотел сказать, я не знаю, слушает Константин или нет, Костя, тебя с премьерой. Эта песня написана им и слова... И слова, и музыка, да. И музыка. То есть это вот целиком авторское произведение. Слушаем. Сын в рассветный час, скоро смертный бой, уже не свидимся с тобой. Знаю, как нам трудно всем сейчас, но мы стоим стеной за мир над головой. Война, война, кругом война, зловещая, смертельная, кровавая. Война, война, на всех одна, в сырой земле могилы, а в них сыны России. Ой, братушки, солдатушки. Мама, сердцем пламенным горжусь, с друзьями быть в строю, сражаться на краю. Веришь, я нисколько не боюсь встать лицом к врагу. За родину в бою. Война, война, кругом война, зловещая, смертельная, кровавая. Война, война, на всех одна, в сырой земле могила. Сыны России, ой, братушки, солдатушки. Бой.
Это была премьера песни Константина Лисичкина, который написал и музыку, и слова, в исполнении Олега Безинских. На этом мы сегодня прощаемся. Всего доброго. Передачу провел Александр Харьковский. До свидания.